На конкурс дети читают стихи labyrinth.ru. Город Орел, Михайлов Игнат, 6 лет, Сергей Михалков, не сбывшиеся мечты. Когда мне было 8 лет, мечтал я лишь о том, чтоб небольшой велосипед ко мне вкатился в дом. Я утром, вечером и днем катался бы на нем. Обидно было мне до слез, когда я слышал «нет». О санках я зимой мечтал и видел их во сне, а наяву я твердо знал, их не подают мне. Успеешь голову сломать, мне каждый раз твердила мать. Хотелось увести щенка, но дали мне совет, чтоб не валял я дурака в свои 12 лет. Поменьше о щенках мечтал, а лучше что-нибудь читал. Я редко слышал слово «да», а возражать не смел. И мне дарили все всегда не то, что я хотел. То шарф, то новое пальто, то музыкальное лото, то Михалкова, то Барто, но это было все не то, что я хотел. Как жаль, что взрослые подчас совсем не понимают нас, а детство, сами говорят, бывает только раз.